Всем привет, с вами Мервин и канал Airsoft Rush. Сегодня мы рассмотрим шлем PassGet M88, выполненный из ABS пластика. ABS пластик очень прочный, выдерживает легко 200 тюн. Заправа выполнена из стеклопластика, выдерживает легко 170 тюнинг. Заправа крепится на двух винтах. Также оно очень легко съемное. Есть заклепки, они все стальные. Прорезиненная часть защищает от влаги и удаляет все швы. Также присутствует козырек. Козырек защищает от попадания воды на лицо. Также присутствуют уши, чтобы было лучше слышно, когда вам кто-то говорит. Также можно крепить там, допустим, гарнитур. Это будет легче. Подвес выполнен из нейлона. Ремни очень мягкие. Регулируется как в глубину, так же в обхват. Фасток застежка. Цвет олива. Шлем выполняется в двух окрасках олива и черный. Внутри подвес также выполнен из нейлона, но обхватный ремень он выполнен из кожи. Кожа очень мягкая, приятная на ощупь. Глубина такая вот. Позволяет, как бы, если вам что-то упадет на голову, вам не будет вообще больно. Чувствуется такая легкая вибрация. Шлем отлично подходит для тех, кто моделирует подразделение МВД. Ну да, МВД или ФСБ. Также на шлем предлагаются некоторые чехлы в разных расцветках и обвес. Ну что, всем спасибо за внимание, всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.